Всем привет. Ну и сегодня, значит, поговорим вот о чем. В двух роликах «Чудесный загрузчик видеофайлов», значит, было дано много советов. Вот какие из них оказались самыми, как говорится, лучшими? Самый простой, вот посмотрите, между W и YouTube вставляете две точки, две буковки S английские, нажимаете Enter и оказываетесь на загрузке. Здесь вам предлагается наилучшее качество, нажимаете на скачать и скачиваете файл. Спросит куда, укажете в загрузке, сохранить, все, процесс пошел. Очень такое вот простое и хорошее предложение, и его нам, значит, выдал Алекс РНД, значит, вишенки у меня, вот эту информацию, значит, найдете. Так что вот очень хорошая рекомендация. Значит, вторая рекомендация — это установка через менеджер программ вот этой очень хорошенькой программы. Ставится вот так вот, набираете здесь пароль свой, вот, вставляете вот этот пакет. YouTube DL. Ну, я уже поставил, у меня удалить. А у вас будет установить, вот установите его. Когда, значит, его установите, сделайте вот такую вот штучку. Значит, откроете терминальчик. И в терминальчике наберете еще вот так вот, вот эту командочку. У меня-то уже он доустановил необходимые пакеты. Так что сейчас покажет, что ничего уже не рекомендуется. А у вас он может попросить установить дополнительные пакеты. Вы их там просто там возьмете, скопируете, вот сюда вставите, нажмете Enter, и он доустановит необходимые пакеты. Вот. Когда, значит, все это дело сделано, значит, вот здесь нам хорошую примочку и фишку так дал Андрей Овчаров. Что вручную не набирать все это длинное дело, набираете первые две буквы, нажимаете Enter, и вот у вас появляется вся команда. Теперь, значит, идете на видеоролик, допустим, вы выбрали видеоролик, который хотите скачать, и в терминальчике, значит, заводите название видеоролика. И он довольно-таки шустро все это дело берет и скачивает. Значит, здесь буквально осталось уже там порядка там 20 секунд. А ролик-то не маленький. Сейчас посмотрим, насколько он. На час и 7 минут качает здесь. Вон, видите, как резво и живо. Вот. То есть это вот две такие вот рекомендации, которые, значит, вот очень хорошо отработали. Так, хорошо. Теперь, значит, следующее, посмотрите. Значит, пользователям Николаем Николаенко была предложена, значит, программа, но у меня, значит, мой браузер с официального сайта ее скачивать не захотел по каким-то причинам, значит, не понравился ему этот сайт, он его не пропустил. И вот Николай, значит, он предоставил ссылочку, она у меня в вишенке есть. Вот нажимаете на нее и попадаете к нему на Dropbox. Вот нажимаете на загрузить. И вот опять файл типа может нанести вред, та-ля-ля. Но попробуем все-таки сохранить. Опять что ли будет откидывать?
Нет, слава богу, не откинул. Ну вот. Так вот, значит, ну, что мы можем сделать? Вот, чтобы далеко не бегать, я возьму вот этот файлик, скопирую и перенесу сразу на рабочий стол. Вот. Вот у меня на рабочем столе сидит. Значит, здесь я это дело прикрою. Что вам нужно будет сделать? У меня уже установлено, я покажу процесс. Вот нажимаете вот сюда, идете в настройки, идете в расширения. И вот в расширениях, значит, вот он у меня, он этот сидит, помощник. А вы, значит, что сделаете? Вот его возьмете и вот так просто-напросто сюда перетащите. Отпустите левую кнопку мышки, и он, значит, установится. Но у меня он уже есть, я, так сказать, особенно там заморачиваться не буду. Теперь давайте посмотрим, что же получается. Значит, в конце концов появится вот здесь вот стрелочка вниз, зелененькая, светленькая. И на YouTube будет вот, у вас под каждым видеороликом будет вот такая вот штучка. И будет указано качество, в котором вы можете все это дело скачать. Вот, будут даны различные варианты для скачивания. Посмотрите, выберите необходимое качество и все. И работает тоже очень хорошо. Вот смотрите, нажимаю. Ну, какая разница. Вот. Тоже качает самое быстро. Часовой ролик он качает там за полминуты, за минуту. Нормально. Это вот, значит, один вариант. А теперь вот все вот эти примочки хороши для скачивания, скажем так, отдельных роликов. А вот вам пример из практики такой. Значит, например, вот автор, и у него имеется, значит, масса роликов. Вот оно, Александр Кордий. Сколько у него там, я не считал, но много. А вам, допустим, нужно там, ну, допустим, там, первые там 5 роликов там скачать или еще что-то подобное. Вот здесь вот, без нашей милой, значит, вот этой подружки, обойтись довольно-таки трудно. Значит, что мы делаем? Ну, можем, значит, просто набрать ее. Так. Вот сюда вот мы вставляем ссылочку. И добавляем сюда вот такую вот приставочку, хитренькую командочку к нашей основной команде. Вот. То есть скачать ролики под номером 1, 3 и 5. И указываем ссылочку на плейлист. То есть у него их тут может быть там 100 или 200 штук, а нам надо первый, нужен ли сегодня антивирус, второй, третий, Apricity и пятый, например, это будет Linux Mint KDE. Запомнили, да? Вот теперь посмотрите, что значит он делает. Нажимаем Enter. И вот он начинает скачивать первый, третий и пятый видеоролики, на которые мы, значит, ему определили по списку. Вот этого другие, значит, программки они делать не умеют. То есть вот YouTube DL — это вообще замечательная, как говорится, команда. И вот к ней есть еще разные там довесточки. Если бы я не указал, что скачать вот в этих довесточках все бы, он бы начал скачивать просто весь плейлист. То есть вот для того, кто желает уже, скажем так, ну, капитально во всех этих командах разобраться, вот, значит, я покажу это все. Ну вот посмотрите, видите, он скачал, значит, первый, третий и пятый. Проверяем.
Первый, значит, нужен ли сегодня антивирус? Вот он. Указали. Третьим роликом шел Apricity и пятым кеды. Значит, Apricity и кеды есть. Все, все программы, как говорится, указанные нами, он скачал. Берите их, тасуйте, что угодно делайте. Ну, а если, как говорится, без довесочка, то тут у вас будет, ой-ой-ой, много чего там качать, и может быть даже долго, потому что у Cordia видеороликов достаточно. Затем дальше. Вот, чтобы разобраться, значит, с командами, вот, нажимаете два знака тире и пишите help. И вот список всего того, что, значит, он умеет вытворять, находится вот здесь. Видите? Сейчас покажу. Вот. Вот самые там различные, как говорится, команды. Можете загружать команды в Google переводчик, сидите там, разбирайтесь. Я, значит, вот отсюда взял вот. Вот этот довесочек. То есть, значит, какие, значит, по списку там можно, значит, подгружать. Можно просто указать вот один тире, допустим, с 1 по 3 все скачать. 7 затем скачать, затем с 10 по 13. Видите, какие разные варианты бывают. То есть, вот такие, значит, штучки, значит, вот хорошие довесочки бывают. Поэтому, значит, я делаю такое заключение. Что, значит, для скачивания, значит, отдельных файлов, естественно, значит, хороши, значит, дорогие друзья, хороши что, значит, поставить две буковки S вот сюда или воспользоваться, значит, вот, значит, вот этой программкой. Но вот когда необходимо скачивать, допустим, множественные файлы одного и того же автора, то вот здесь, конечно, уже имеет преимущество вот эта вот чудесная, значит, командочка YouTube.dl. Вот, поэтому, значит, рекомендую к ней относиться с должным уважением. И плюс, значит, еще раз подчеркну, что вот видите, здесь написано Uploads. То есть это, значит, только видеоролики, которые загружены на трубу автором. Если вы, значит, все, значит, сюда видеоролики нажмете, тут у вас получится, ой, большая мешанина, видите как, куча всего. А вот только те, что автор сам загрузил, вот они сгруппированы и находятся и вот здесь. И вы их можете скачать или все, или вот используя, значит, вот этот довесочек, который я вам показал, значит, вы сможете, значит, добавлять списки по своему, как говорится, усмотрению. Вот такие вот оказались, как говорится, наилучшие, скажем, примочки, которые, значит, вот лично у меня хорошо сработали. Махмудов Исмаил предлагал еще графический интерфейс, и он через магазинчик вот ставится. Ну, собственно говоря, я не знаю, мне он как-то это самое... Не очень, но можете поставить, посмотрите, может вам будет удобно с графическим интерфейсом. Вот. Он ставится как? Вот, набираете вот так, копи, значит, идете в магазинчик, вводите имя пользователя. И в имени, значит, и в менеджеры программ заводите, вот еще буковку G ставите, то есть YouTube.dl график, вот оно. Вот я могу вам его показать, ну, у меня что-то он, это самое, я предоставил его через команды терминала, у меня он что-то не очень хорошо заработал. Вот, ну, для, сказать, тех, кто любит покопаться, я думаю, что проблема не составит и с его настройками разобраться. Вот он установился.
Значит, что делаем? Идем в меню, идем в интернет. Вот он, красавец, сидит, и добавляем его на панель. То есть тут мы не терминал не открываем, ничего, а вот. Запускаем. Но у меня тут куча там проблем было. Короче, тут надо сидеть с настройками разбираться. Вот я скопировал, допустим, ссылку. Вставляю, значит, ее сюда. Ну, попробуем загрузить. Вот он выдает, значит, ошибка. Назывался ролик «Нужно ваше мнение». Где? Вы видите его? Нету. То есть вот и вроде бы и ставится графический интерфейс. Но тут надо сидеть вот в этих опционах и еще смотреть, там, какие там настройки там делать и так далее. Ну, можно со всем этим разобраться, я не отрицаю. То есть графический интерфейс к программе сделал, но... Итак, Исмаил моментально отреагировал, хороший дал совет. Давайте посмотрим. Вот практически любой ролик возьмем, далеко бегать не будем. Ну, например, вот этот. Скопируем ссылочку. Пойдем сюда, ставим. И вот здесь он порекомендовал видео поставить на по умолчанию. Ну вот у меня стоит по умолчанию. Но должно загружаться все в загрузке. Аудио. Ничего тут вроде бы не делал больше. Ну посмотрим. Ну вот вроде бы после того, как, значит, мы поставили в настройках видео на дефолт по умолчанию, загрузка действительно происходит. Поэтому вот всегда будьте внимательны. Вот смотрите. Ну вот видно, что она самая, все нормально. Вот запомните, вот здесь вот в видео выставляйте не какие-то там бредовые значения, а вот ставьте дефолт по умолчанию. Вот тогда с большой долей вероятности у вас, значит, все это будет работать нормально. Так что спасибо Исмаилу, что показал, что нужно пользователям поменять в настройках. Теперь пользователи смогут пользоваться практически всем тем опытом, который мы накопили в плане загрузчиков видеофайлов. Я считаю, что можете спокойно пользоваться вот приведенным, как говорится, списком, выбирать из него то, что вам больше понравится. Только, как говорится,
работает, и работает на ура, значит, это вот сама команда, команда это работает. Затем, значит, Николай Николаенко, ну, молодчинка, тоже, значит, хорошую, значит, штучку прислал. Каждый раз, правда, на этот файлик ругается. Я этот файлик еще поместил и к себе на кладовочку. У меня на кладовочке в разделе Linux программы, вот я даже папочку положил, его загрузчик видеофайлов. Ну, не знаю, вот заплюется он у меня или нет. Обычная загрузка. А то же самое пишет. Файл этого типа может нанести вред вашему компьютеру. Да, сохранить все равно. То есть можете скачать или от Николая, или от меня, как говорится, без разницы. Вот. А значит, здесь я так думаю, что Исмаил был прав, значит, ну, кому-то нравится графический интерфейс, но просто вам нужно посидеть, покопаться в настройках. Вот. У меня лично, вот лично мои задачи какие, скачать какой-то одиночный видеоролик или скачать, значит, определенный, значит, там по списку, и даже не весь список, а только те, которые я захочу. Вот. Задача эта, как говорится, решается. Поэтому вот есть вот такие вот интересные решения. Я их все вам собрал в одном видеоролике, поэтому думаю, что теперь будет уже попроще. В зависимости от того, что вам нужно, вы будете выбирать. Так что желаю вам всяческих успехов и удач. До новых встреч!